Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Боже, милости будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, молитву непречистой Твоей Матери всех святых, помилуй нас. Аминь. Христос воскрес из мертвых, смерть по праху тущего и грешного. Христос воскрес из мертвых, смерть умрет по праву тущему грехи животного. Христос воскрес из мертвых, смерть по праву тущему грехи животного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посвяти и исцели немощи наши имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай на каждый день. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В воскресенье день просветимся, люди Пасха, Господня Пасха. И от смерти к жизни, и от земли на небо Христос. Господь привел нас, поющих победную песню. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праху сущего гроба, жизнь даровал. Очистим чувства и видим Христа, сияющего неприступным светом воскресения, и радуйтесь, яко услышим от Него, воспевая победную песню. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праху. И сущий в гробах жизнь даровав, небеса достойно да веселятся, земля да радуется, да празднует весь мир, видимый и невидимый, ибо восстал Христос веселье вечное, придите, станем пить новое питье, не из камня бесплодного, чудесно изводимое, но из источника нетления, гроба Христова, на котором утверждаемся, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Присущего в гробах жизнь даровав. Теперь все наполнилось светом. Небо, земля и места преисподние, да празднует вся тварь восстания Христа, на котором утверждаемся. Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ. Присущего в гробах жизнь даровав. Вчера я погребался с тобой, Христе, сегодня восстаю с тобой воскресшим. Вчера я распинался с тобой, сам прослав меня с тобой, Спаситель Царства Твоем. Возвещавший о Боге Аввакум достанет с нами на божественной страже, как святоносный ангел, ясно восклицающий сегодня спасение миру, потому что воскрес Христос, как всесильный Христос, воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ. Сущего гроба жизнь дарова. Наша Пасха Христос явился мужеством полом, как сын, разверзший девственную утробу, назван Агнцем, как предлагаемый в пищу, непорочным, как непричастным скверным, а как истинный Бог, наречен совершенным. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ, несущим гробах жизнь дарова. Благословляемый нами венец Христос, как однолетний агнец, добровольно заклался за всех в очистительную Пасху, и опять из гроба нам воссиял прекрасное солнце правды. Боже Отец Давид в восторге скакал перед прообразовательным ковчегом. Мы же, святой народ Божий, видя исполнение прообразов,
Да возвеселимся, священный, воскрес Христос, как всесильный. Восстанем глубоким утром и вместо мира принесем песню Владыки и узрим Христа, солнце правды. Всем жизнь дарующего Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущего гроба. Жизнь даровав, увидев безмерное милосердие Твое Христе. Содержимое в адовых оковах радостно поспешили к свету, прославляя вечную, вечную Пасху. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущего гроба жизнь даровав. Со светильниками в руках пойдем навстречу Христу, исходящему из гроба, как жениху. И с радостно празднующими чинами ангелов будем праздновать спасительную Божью Пасху. Сошел ты, Христе, в преисподней места земли, сокрушил вечные заборы, содержащие узников. И в третий день, как Иона из кита вышел из гроба, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гроба жизнь дарова. Не повредив заключенные утробы Девы в рождении Твоем Христе, ты восстал из гроба, сохранив целую печать и отверз нам двери рая. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гроба жизнь дарова. Спаситель мой, живая и как Бог незаколаемая жертва, добровольно приведя себя к Отцу, ты, восстав из гроба, воскресил вместе родоначальника Адама. Хотя ты бессмертный и сошел во гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем Христе Божьего. Вести в живом мире носит сам, радуйтесь. И твоим апостолам, даровав мира, всем павшим подаешь воскресенье. А некогда дело мироносится еще до наступления утра. И скалит от дневного света солнце, существовавшее прежде солнце и зашедшее в могилу. Не говори одна другой. Подруги, пойдемте, помажем благовонием тело, источающее жизнь погребенного, лежащего в руке плоть того, кто поднимает павшего Адама. Идем, поспешим, как волхвы, поклонимся и принесем дар мира, обвитому не пеленами, а погребальным полотном, и плача воскликнем. О, Владыка, подающий воскресенье падшим, восстань. Воскресение Христово видя, поклонимся святому Господу Иисусу, одному безгрешному поклоняемся Христу Твоему Христе, воспеваем, прославляем Твое святое воскресение. Ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Ибо через крест пришла радость всему миру. Всегда восхваляя Господа, будем воспевать воскресение Его. Ибо Он, претерпев распятие Своей смертью, победил смерть. Иисус, воскреснув из гроба, как и предсказал, дал нам жизнь вечную и великую милость. Спасший отроков из печи, сделавшись человеком, страдает, как смертный, своим страданием увлекает смертное в красоту бессмертия. Единый Бог Отцов, благословенный и препрославленный, Христос воскрес от мертвых, смертью стать поправ. Иисущему дарова жизнь дарова, благодарю жены, все за тобой спешили с благовонными мастями, на кого они, как мертвого, искали со слезами, тому поклонились с радостью, как живому Богу, и Твоим ученикам Христе возвестили таинственную Пасху. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего дома жизнь дарова. Мы празднуем разрешение смерти, разрушение ада, начало другой вечной жизни, и восторги воспеваем мнемника сего единого Бога Отцов, благословенного и препрославленного, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего дома жизнь дарова. Поистине священная и достойного всякого божества сия спасительная и светлодарная ночь, предвозвестница светоносного дня воскресения, который вечный свет воплотит для всех воссиял из гроба. Сей именитый и священный день, единственный царь и Господь среди суббот, праздник из праздников, торжество из торжеств. В этот день благословим Христа во веки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего гроба жизнь гроба.
Придите в славный день воскресения, приобщимся нового виноградного плода, божественного веселья, Царства Христова, воспевая его от Бога во веки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего льва жизненного. Возведи взоры твои Сион и посмотри вокруг себя. Вот стеклись к тебе, как богосветлые светила от запада и севера, моря и востока, дети твои, благословляющие в тебе Христа во веки. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего льва жизненного. На тебе всегда жить. И Слово, и Дух, существо единое в трех лицах, Всевышнее и Божественное. В Тебя мы крестились, и Тебя будем благословлять во все веки. Прославляет душа моя воскресшего в Тебе день из гроба Христа, Подателя жизни. Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава Господня воссияла над Тобою. Торжествуй теперь и веселись, Сион, Ты же чистая Богородица, радуйся о восстании рожденного Тобой. Христос, новая Пасха, живая Пасха, Агнец Божий, принявший грехи мира. О, как божественно, любезно и пресладостно Твое Слово Христе! Ты неложно обещал с нами быть до кончины века. Имея это обещание, как опору надежды, мы верны и радуемся. Ангел возгласил благодатно, чистая дева, радуйся, и я повторяю, радуйся, твой сын воскрес, в третий день из гроба воскреси всех умерших, люди, веселитесь. Мария Магдалина прибежала к гробу, увидев Христа, стала расспрашивать его, приняв его за садовника, о Пасха, великая и священная Христос, о премудрость, слово Божие сила, удостой нас совершеннейшего единения с Тобою, вечно светлый день Твоего Царства. Ангел возгласил благодатно, чистая Дева, радуйся, и я повторяю, радуйся. Твой Сын воскрес, третий день из гроба воскреси всех умерших, люди веселитесь. Светись, светись, новый Иерусалим, во слава Господня воссияла над Тобою, торжествуй теперь, веселись Сион. Ты же чистая Богородица, радуйся, а восстание рожденного Тобой. Плотью уснув, как смертный, Ты, Царь Господь, воскрес этот день, этим выведя из состояния тления Адама и упразднив смерть. Поэтому Ты, Пасха, не тление, бессмертие и спасение мира. О, Пасха, великая и священная Христе, о, премудрость, Слово Божие и сила, удостой нас совершеннее приобщаться Тебе в нескончаемый день Твоего Царства. Псалом 137. Славлю Тебя всем сердцем моим пред Богами. Пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих. Поклонюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое. За милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я вас звал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость, прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни. Ибо велика слава Господня, высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою. И спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляет, Господи. Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеваешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня, полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня верение Твое высоко, не могу простынуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?
Зайду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, так тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твои, Боже, и как велико число их, стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадным. Они говорят против тебя нечестиво, суетное замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возмущаться восстающими у тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, и всякий день ополчаются на брани, изощряют язык свой, как змея. Я аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня, и петли раскинули сеть по дороге, тенета разглашили для меня. Я сказал Господу, ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся, да покроет голову окружающих меня зло собственных пуст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так, праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Знаете, Христос воскресе, брат. Воистину воскресе. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного животворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея,
епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин, и вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. Приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную из-за отступления от Тебя. Слава Тебе, Боже наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пощи нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, от потопления. Живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту. И пощи добрых жителей с детьми, и сохрани школу. И помилуй нас, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадрих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею. И расширь пределы общины, найди новые души, всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадрих, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Воззри на врагов, не дай им погибнуть, укроти их гордый нрав, закрой их лживые уста, примири с нами, и в судный день не помяни их безумие. Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Евгения, Наталью, Максиму, Владимира, и от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя! Путешествующих, Раису, Льва, отступников, Николая, Михаила, и всех найди. Не дай им погибнуть в ожесточении сердца, в обольщении этим миром. Сохрани наше сокровище, сайт и форум, что дал нам, дабы через это новые души нашли Тебя. И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гонзилова, Василия, все болящим, простри десницу Твою. Дай им исцеление, укрепи, перенести все страдания Сергея, Алексея, Александру, Фаину, Калерию, Келину, Антонину, Игоря. Благодарю Тебя за болезни и за здоровье, за друзей и за врагов, ибо все свое время по Твоему благословению окажется на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Найди Тимофея, Мартина, Александра, Германа, благослови Максима, Юлию. И с кем познакомились, кому возвестили слово истины, не пройди, Господи Боже наш, да будет день сей днем благословения, радости и прославления имени Твоего Святого. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя!
Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя, и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути, и через них найди новые души, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным, благодарю Тебя за эту ночь. Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от опасностей видимых и невидимых. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дару жилье и Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да сохранит нас Господь от всякой ереси, раскола, удаления от Тебя и от Церкви. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин, философ. Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон. 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя. И дай веру, исправь Анфима, Вениамина, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский. Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков разрушь и в ничто преврати. Аллилуйя! Ибо вне церкви нет спасения. Хвала Тебе, наш Господь! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприям и Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгении, Надежды, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Раиса, Раиса, Марины, Юлии, Людмилы,
Галины, Иоанна. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка, о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, и упокой в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечную память. Вечный покой, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. А ты, человека любец, долготерпеливый, много милостей, прости их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Христос воскрес, и доброе утро. У нас утром небольшое занятие, так назовем. Сегодня у нас идет о покаянии, продолжение темы. Сам себя возбудивший к покаянию подлежит эпитимии снисходительнейшей, а облеченный – продолжительнейшей. Правила Григория Ниского 4 и 5. Поясняю. Сам себя возбудивший, то есть согрешил. Согрешил и сам, никто его не искал. Ну а как это бывает? А вот так и бывает. Бывает, человек совсем мало знает, а совесть у него неповрежденная. А бывает, всю жизнь ходит в церковь, и сожженная совесть. И где бы какая беда ни была, он обязательно на левой стороне будет. Какая бы лживая история ни произошла, он будет там. Дух лжи около него стоит все время. Мне пришлось быть однажды в одном учреждении. Ну и, как всегда, много зацепок, где можно сказать о Боге. Земельный комитет, там землю оформляет что-то. Я выхожу, там очередь подождать надо. За мной выходит мужчина высокого роста, русоволосый. Ну, мужчина не красивый, как говорят, не симпатичный, там, а, ну, как там... приятно или как-то, все к женщине прилепили эти слова, я даже не знаю, как, чтобы никого не обидеть-то. Ну, то есть, мужчина. Но оказалось, он нуждается в помощи, у него большая беда. Он подошел ко мне, первый раз меня видит и говорит, а я гляжу, у него слезы на глазах. Ну, ему лет где-то, может быть, около 28, вот так. У меня, говорит, беда такая. Я говорю, а какая? Ну какая? Это районный центр. Я котел сварил в баню. Я говорю, так разве это плохо? Да неплохо. Ну, как у нас принято в деревне-то, говорят, обмыть надо. Но я сделаю вид, что не понимаю. Так он что, заржавел или что? Да нет. Ну, обмыть. Ну что, упал он в грязь или что? Помыть надо его? Да нет. Это выпить означает. Так вы его водку-то залили-то. Да нет, не водку залили-то, водку-то в себя залили-то. Ну так принято вот говорить, обмыть, то есть чтобы вещь была новенькая, хорошая, как покойника, а бывает же. А, понял, ну и что? Ну что, лишку хватил? У меня жена Наташа, мы живем душа в душу, до того она хорошая. Ну, а я при чем? Так вот, я проснулся. У товарища, а то рядом женщина лежит. И я что-то припомнил где-то. Она лежит как жена. Но я понял, что я согрешил с ней. Ну вот как было, что? И я говорю, и что дальше-то? Что? Я все бросил и сразу домой прибежал, упал перед ней. Наташенька моя, прости. Я кобель бесхвостый. Что я натворил-то? Я же тебе неверно изменил-то. Но она тоже заплакала, отвернулась от меня, стоит, плачет.
Ребенка ждет. Мне самому до слез жалко его. Как звать-то тебя? Эх ты, обмыл котел. Да тебя обмывать сейчас надо слезами. Это истинно подвигший, сам себя возбудивший к покаянию. Да у вас же храм здесь есть. Да иди ты к батюшке. Да исповедуйся, да скажи ему, чтобы он эпитимию наложил на тебя за измену жены. Минимум 7 лет должен ты в притворе стоять, в храм не заходить. А не так, что батюшки сегодня экономия придумали. Это разбойники захватили корабль, пираты. Если не накладывают эпитимию, то есть церковное наказание, Иоанн Златоуст говорит, гибнет и тот, кто допустил до причастия, и тот, кто согрешил. Оба, два мертвеца свалились в пропасть. Слепой слепого ведет, оба упадут в яму, оба. А не так, что батюшка знает. Ничего не знает. Трусость и корысть. Корыстолюбивые. Корысть и трусость. Трижды больная церковь этим. И все время, где не посмотришь, священники придумают экономию. То есть никого не накладывают. Планка, через которую надо перепрыгнуть, они ее не поднимают, а положили в грязь. Слово Божие так не учит. Слово Божие говорит, что мы все на ристалище, на стадионе. Тогда бегали. Апостол Павел говорит, многие бегут, но награду получает один. Итак, бегите, чтобы получить. Я бьюсь не так, чтобы руками только воздух бить. Посмотрите, где бывает борьба без правил, как они друг друга бьют, поднимают, бросают, пинают, и лишь бы победить. А ты расквасился, и священники такими сделали. Я говорю, почему же вы не накладываете эпитимию? Это я говорил в присутствии митрополитов, епископов. Сидим за столом в синоде. И я их начинаю обличать. Уж не говорю слово такое, а то прицепятся где-то. Опустят голову. Я говорю, ну почему ты его не отлучаешь-то? Ну он пришел на исповедь. Что он может сказать-то? Крещение, квитки все получили, квиток там в кассе дают. Я видел, как крестят, видел. Я во Фрунзе, там один священник остается крестить, город Фрунзе, Бишкек теперь, Киргизская ССР была. Примерно 24-25 человек там подходят с ребятишками, крик, гвал стоит, дети плачут, священника нету. А которая тут что-то делает, уборщица или кто она, женщина-то. Но она маленько подсказывает, как руку поставить, как креститься. Никто ничего не знает, ни один. 25. Выходит священник Борис Бузмаков. Уж даже назову, дело прошлое. Таить-то тут нечего, все видели. Все заплатили, все. И начинает, ни слова не говоря, переходит сразу и бубнит под нос себе. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я стою и рядом, и ничего не пойму, а слышал хорошо. На все, про все у него не больше уйдет там минут, ну, может, 15, на 25 человек. Берет, мажет, сам веселый батюшка мажет. Ребенок руку убрал, он не глядит и мажет кофточку матери, кофточку. Все закончилось. Не перекреститься ничего не знает, это уже христиане. Но даже безумием нельзя назвать. Но вот кому-то надо что-то строить. Павел говорит, я положил основание. А вы знаете, основание как? Вот если местность какая, ну, сырая там где-то, привозят сваи. Надо просверлить, туда вставить. А потом придет машина, и которая будет бить сваи, загонять эти сваи глубоко под землю. Там 6 метров, может быть, уйдет. И они там упрутся в твердый грунт, а потом эти, которые неровно, их все выровняют, разобьют, отварят, отожгут все эти, всю арматуру, и тогда будут заливать сплошняком фундамент. Павел говорит, я положил основание, тут нет основания, все тонет. Я подошел к нему. Что, опоздал? То есть он готов меня отмазать. Я говорю, я не опоздал, я был на крещении. И что? Да что же так, батюшка, ведь народ-то ничего не знает. Он на меня такой удивленный смотрит. И батюшка-то не пьяный, совершенно трезвый. Я говорю, да как же, это же архиерею надо сообщить-то, что же вы делаете-то? Ну, люди-то совершенно ничего не знают, а вы до крещения их допускаете. И крещения-то нету. Он мокрой ладошкой голову задевает. Крещения-то нет, ты обманул их. Ты жулик, поп, обманщик.
И такими на 99% наполнена церковь попами. Ничего не делает, не учит, а приходящих из мира, епископ Нон говорит, не скоро нужно допускать. Есть правила, которые говорят, от 3 до 5 лет подготовка идет, а сегодня от 3 до 5 минут даже нету. От 3 до 5 лет, а где это написано? Да вы правила-то выбросили все. Было 989 правил, книги правил. Правила – это вехи, ну, как буи на море ставят, когда где-то там скала, она же напорится на него, разобьется корабль, или старые корабли здесь стоят, затонули. И они горят, буи эти, чтобы объехал ты, ну, обошел корабль. И на земле также стоят определенные знаки, если тут провал земли, натягивает какую-то ленту. Вот так и эти правила, чтобы мы не рухнули туда. Я говорю, правила, говорит, Павла, у вас его нету. В книге-то правил было 989 правил-то, а сейчас 719. Куда 270 правил-то делали? Вы их выбросили. А вот из 719, которые сейчас книги печатают, книга правил-то, 413 нарушают ежедневно, везде, повсюду. Может быть, там несколько храмов есть, где не нарушают. Ну, это уже даже нельзя считать. Но есть такие, есть. Я скажу даже, где есть, в Абакане, город Абакан, Хакасия. Там отец Геннадий Фас служит. Церковь Константина и Елены, так называется у них. Вот как. Я говорю, что же ты делаешь-то? Он меня кулаком, шутя, в бок так ткнул. И говорит, да брось ты, батюшка, поехали со мной в ресторан. Едет в ресторан, меня, говорит, там уже ждут. Вот и все. Нам пришлось дорогой садиться в поезд. Я просто скажу случай, хотя уже рассказывал, некоторые новые люди не знают. Мы слезли, не зная того, что у нас дорогой на наш билет можно останавливаться один раз только. А мы в Москве-то останавливались, обратно едем-то из Латвии, из Санкт-Петербурга. А билеты-то на работе дают нам, мы в мостопоезде раз работаем бесплатно. Второй раз слезешь, билет пропадает на той остановке. Мы не знали этого. Это наша вина. А когда узнали, то поезд-то уже отходит. Мы взмолились тогда, ну, поставьте нам печать, что мы в какой-то вагон даже садиться. Там может быть, как и вдруг поезд зашипели тормоза, и он остановился на последнем вагоне. И мы сели, залетели со своими баулами, мешками, там, как говорится, сидорками. Мы сели, а нас человек 8. Ну, а время-то к утру. Мы идем по вагонам и через ресторан проходить. Мы его уже проходим, а там уборщица убирает. Ну, ходят тут. Мы говорим, простите ради Христа. И вдруг дверь открывается, там вагон. Другой начинается. И там, оказывается, старший проводник и директор этого ресторана. Она вывалилась. Христос? Где Христос? Вот надо говорить не спасибо, не спаси даже Господи, а спаси Христос. Я сейчас, ну, просто говорить, кто был, кто сказал-то. Мы больше ничего не знаем. Да вон Иисусики прошли. Иисусики. Это мы. Но мы прошли в свой, в третий вагон через весь поезд. Утром рано разносит там, который из ресторана, сутки свои, там, борщ, там, что она разносит-то. И дошла до нас. Это вы садились ночью? Да, мы. А вы придите к нам в ресторан, а мы говорим, не ходим, там делать нечего, там неверующие все. Да у нас и пост сейчас. Как пост? Я говорю, ну, мы мясное никто не едим, молочное, там, яйца. А у нас батюшки ехали, они тут гуляли. Батюшки ехали гуляли. Когда было-то? Да вот неделю назад. Так уже страстная неделя идет. Как они могли делать-то? Видите, какое свидетельство. А дальше мне пришлось в этот день около 4 часов в ресторане проповедовать. Они не знали, чем наградить нас. Мы заказали картошку нечищенную. И они принесли большое блюдо на нас. То есть Бог открывает двери. Но впереди прошли те, на кого опираются люди. Батюшки были, ехали и гуляли. Я верю в это. Верю. Потому что сам это все видел подобное. И поэтому возбудить себя к покаянию, это Дух Святой делает. И вот этого человека, который говорил, молодой, он сам, на него уже
меньше будет эпитимия, допустим, не 7 лет, видя такое раскаяние, а 6 и даже 5. На 1/3 могут сократить, но не меньше. А это вот этот срок, допустим, женщина сделала аборт, правило Василия Великого II, на 10 лет. За один аборт. На 10 лет. Вот в Советском Союзе сейчас разницы нет. Один аборт был или 10. Срок один. А одного человека убил или 70 убил. Вот сейчас один. 19 лет отморозок, говорят. 19 человек убил. Другого задержали. 40 убил. Так он еще сознался на 20 отдельно. Это уже 60. И все равно ему пожизненное больше нет. А вот в Америке там не так. За каждое. И бывает так, ему два срока пожизненных и еще 580. То есть в насчет идет. Это правильно. Так это невероятно. Невероятно, но это справедливо. Справедливо, чтобы те люди тоже не остались неотмщенными. Я не за то, чтобы мстить, но смысл здравый. Итак, Григорий Ниский, правило 4-5. Григорий Ниский, 2С, Ниский, город Ниссы. Это родной брат Василия Великого. За одно преступление не должно налагать двух наказаний. За прелюбодеяние. Прелюбодеяние – это измена женатого. Жена изменила или муж. 7 или 12 лет. Это уж священник там рассудит. Если человек убил умышленно, 20 лет. Занимающийся волхвованием, колдовством, нетрадиционной медициной и тому подобное, гипнозом, телесеансы, психотерапевтов, подпадает под епитимию убийц. Вольных. На 20 лет отлучать Кашпировского, Чумака, всех. А кто ходил, лечился на 5 лет. Священник он или кто-то, священник уже больше священником не будет. Они лечились, заряжали там все. То есть бесконтрольная ситуация. Если кто-то гадает на картах, проще, на 6 лет. А если ты волшебника в дом к себе запустил, волшебника, не лечился, на 2 года отлучается. Как попы воюют против правил. Но если на дороге существует правило, и милиционер за взятки или как-то не наказывает, ну а правило, проехал на красный свет, там знаки какие, ну и много знаков-то, их же исполняют. Правило есть. Да не так, я не видел. А как ты права получил? Я не видел. Зачем ты нужен? То есть он обязательно будет наказан. Здесь ничего этого нету. Если же не отстанут от этого, то совершенно извергаются из церкви. Даже в храмах не запускать, если они не справляются, нет эпитемии. Сегодня, если это включить, священник-то говорит, так я должен выйти. Да, должен выйти. Так тогда в храме никого не будет. Не будет. Не будет, храм надо закрыть на замок и начинать во дворе учить. И уже месяца через 2-3 начинать по одному запускать. Рождение свыше вообще не говорится, а без рождения свыше, 3 глава Евангелия от Иоанна, не на что надеяться. Даже не может увидеть Царствие Божие, на мытарствах не будет. Считаем, кавычки открыты, волхвующих и последующие языческим обычаям или вводящие неких в домы свои ради изыскания волшебств или ради ощущения, да подвергается правилу 5-летнего покаяния по степеням установленным. 3 года припадания, 2 года молитвы без приобщения святых тайн. Анкирский собор, 24-е правило, и отлучается на 6 лет. Предающиеся волшебникам или так именуемым стоначальникам или другим подобным, дабы узнать от них, что вас хотят им открыть, то есть, а что будет дальше, гадают подобным, дабы узнать от них, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу 6-летней эпитимии. Сегодня нигде нету, почти 100% нигде нету, чтобы эпитимию накладывали. Пост не соблюдает. И какое причастие? На 2 года он не должен в храм заходить, он отлучается. Если человек напился, на 2 года отлучается. На 2 года. А если женщина одна, одинокая, нажила ребенка, на букву «Б» их называют. Это церковное слово, уж не называю, чтобы, говорят, соблазным. И что она, если она верующая была, отлучается на 10 лет за аборт. А если такое делает отдельно, ну там эпитимия указана. Той же эпитимии надлежит подвергать и тех, которые водят медведиц или иных животных, но в цирке со зверями работает, на посмешище и на вред простейший. И соединяя обман с безумием,
произносят гадания о счастье, о судьбе цыгане, о родословии и многих других подобных толков. Равно и так именуемые облакогонители, обаятели, делатели предохранительных талисманов и колдунов, закосневающих же всем, то есть не исправляющихся, и не обращающихся, и не убегающих от таковых пагубных языческих вымыслов, определяем таких людей совсем извергать из церкви, как и священное правило повелевает. Ибо какое общение света со тьмою, как и глаголит апостол, или какое соединение церкви Божией с идолами, или что общего у верного с неверным, какое общение Христа с Белиаром? Ну что, скажет, не слышали? Апостол Павел не говорил это. Об этом говорит 6-й Вселенский собор, 61-е правило. То есть эпитемии нету, наказания нету. И даже слово это не знает, эпитемия. И священники вообще слово-то и грех не понимают. Какой грех? Поклоны дал делать. Да поклоны – это разве наказание? Поклоны и должны быть. Наказание в одном – в том, что объединяет всех, это отлучение от причастия, от церкви. А за этим многое стоит. Многое. Это дом закрытый для святых. Кавычки открыты. Волхвующие, последующие обычаям языческим. Или вводящие неких в домы своих ради изыскания чародейства и ради очищения. Это подлежат правилу шестилетия. 6 лет отученное. Лето да будут плачущими, лето слушающими, 3 лета припадающими, едино да стоят с верными, и так да приимутся. Стоят, но не причащаются. То есть это отдельно надо разъяснять. 12-е правило Григория Ниского. Сами прочитайте. Василия Великого, 83-е правило. Грех экуменизма извергает из церкви, доколе не отстанет человек от общения с еретиками в молитве. В молитве, то есть соглашаться, что они молятся. Для живущего по плоти, то есть бездуховной жизнью, для такого человека кажется, что разговор о религии, о молитве, о храме, все эти темы его, не интересующегося вопросами души и спасения ее, не думающего ни о завтрашнем дне, ни о загробной своей участи, никакие церковные проблемы, как они говорят, никогда не коснутся. Слово «проблема» я вообще исключаю, но я читаю это. Если случится такому современнику нашему при случае войти в храм, как неуютно он себя там чувствует, а войти под своды собора или маленькой сельской церковушки, случай представляет ему жизнь немало. Умер близкий человек, заповедавший похоронить его по-церковному, с бабушками и с попом. Заболел ребенок, крестить ребенка или венчаться пожелала дочь или сын. Если случится, что такой недобровольный прозелит потом втянется в модную ныне образованность и станет околоцерковным жителем, то его прежняя полная необразованность заменяется почти всегда на познание видимого, что никогда не было церковным, что некогда вторглось под своды храма и ныне прижилось там и уже мыслится как неотъемлемая часть церкви. И вот такой прихожанин, нашедший утешение в храме, все, что видит, принимает как истинное, как данное от Бога. К таким-то, а их большинство ныне из тех, кто считается прихожанами во всей России, и будет это разъяснение. К чему следует приложить силы, на что обратить внимание, чтобы церковь, подвергшаяся небывалому в истории мира разрушительному поруганию, начала изживать из стен своих чужое, привнесенные врагом душ человеческих. В течение первых 8 веков в церкви, когда она была единая и неделимая, собиралось 7 вселенских и 9 поместных соборов. И были приняты на них от святых отцов церкви правила, духовный кодекс, церковное уголовное право. Из действующих ныне 719 правил 413, то есть 57%, умышленно и повседневно нарушаются. О главных нарушениях, что наиболее убивает духовную жизнь, душу и лишает вечного блаженства, необходимо поговорить, открыть, сообщить тем, кто сам не имеет возможности понять, доказать, что же есть в церкви то, что дано от Бога, и что там навязано, прижилось через дьявола, через корысть и трусость священников, через органы разрушения. Все причины того, что указано 12 пунктов внизу, как язвы кровоточат и прижились в церкви, есть та,
что подавляющее большинство пастырей, священников, люди случайные, сами же не пережившие духовного рождения, не призванные Богом на сие великое служение Богу и людям. И оказались они на этом высоком месте лишь потому, что соответствовали тем требованиям, какие предъявляли к ним органы КГБ, ФСБ, уполномоченные по делам религии, преснопамятная КПСС. То, о чем будет сказано, неопровержимо ни с какой стороны. Это должно быть исполнено тотчас же. Но как это сделать, если произошло поголовное обмерщение прихожан? Потерян контроль над ситуацией. Познав болезнь, в молитве найдем и лекарство. Сознающего и спрос будет строгий. Знал и не исполнил. Если вот хотите побольше узнать, вот есть такой в Воронеже удивительный человек. Он легендой будет. Сергей Козлов, парализованный, 14 лет. Он подписывается «Парализованный во славу Христа». И он делает ролики. Он не просто так вот я запишу и вставляю. Он их делает как фильмы и фотографии. Вот о чем говорится, он то находит. Он больше 12 часов на каждый ролик. Да не один день еще по 12 часов. Это вообще удивительно. И вот он поставил ролик, называется «Границы церкви». Но границы церкви, таких роликов много. Но тут увидите, там в ряд сидят, как бы он лежит, и еще два священника, еще один человек, и беседуют. И они неоднократно меня поминают там. Границы церкви. Посмотрите. Это очень и очень полезный материал. Два священника, как они доказывают, как они губят народ. Это фактически два убийцы сидят, духовные киллеры. Согласно канонов, планку не поднимают. Поднимите планку. Они ее положили в грязь. А на меня говорят, а он ее поднимает все выше и выше. Но это другой вопрос. Раз планку поднимаем выше, это означает, что мы готовимся к Олимпийским играм. Это означает то, что будут победители на этой стороне. А если не надо тебе ни бежать, ни прыгать, ни биться ни с кем, ну и какой это боец-то? Да люди слабые стали, да бабушки. То есть он боится, что не будут свечки покупать. Ему жить не на что будет. Надо вести десятину святую, чтобы все платили 10% своих доходов пенсии. И все. И тебе не надо будет брать за таинство, за крещение, с тарелкой ходить. Это, вот у нас этого не делается. Не делается. И никто пост не нарушает, ни один человек. Наши общины две показывают, они маленькие, показывают, что правила нужны. Их можно исполнять. Можно. Многолетние даже. Есть такие у нас уже лет по 5, по 7 стоят соглашенными. А почему? Ну, батюшка знает, я не знаю. Так, тема покаяния фактически закончена. Если Господь благословит, ну, если благословит, и будем еще молиться, то другая будет тема избрана. И по той теме дальше мы начнем, точно так же будут моления. Сейчас я отключу, у меня закончено все. И приступим через несколько минут, минуты, может быть, 3, 5, 4, события дня. Готовим каждый день ролик. Я один остался, Никита в деревне с Володей. Там работают они, спрашивают Никитин гайморит, как. Ну, не знаю, видимо, движется. Они об этом не писали. Вроде ему тут легче было, он сходил, проверился у врачей, сразу за собой не смотрел, и все. Так, отключаю всех. А потом спрошу, если никого не будет, совсем отключу.